Здравствуйте, сегодня у нас обзор мини-покупок от FixPrice. У меня всего 4 покупочки. Так, это вот зеркало, обычное зеркало двухстороннее, очень понравилось, хорошее. С одной стороны обычное зеркало, а с другой увеличивает. Так, дальше. Вот такой снег спрей белый. Уже пробовали, я потом в конце видео покажу вам, что получилось. Но дату у него я так и не нашла. Где дата, не знаю. Срок годности. Ничего не написано. Китай. Ну, фломастеры. Сколько здесь? 12 фломастеров. Другой, наверное, возьмем. Ну, хорошо пишут очень даже. Цвета сочные. Фломастеры не сухие. Так, удачная покупка. Взяли вот такие трафареты. Здесь 4 трафарета. Вот с такими вот рисуночками. Вот, хочу попробовать и в конце видео показать вам, как будет на окнах. С помощью вот этого вот снега спрея и вот этих вот рисуночков. Вот такие мини-покупочки у нас получились. Всего доброго, до свидания.